С вами на связи Виталий Кухта. Сегодня у нас программа «Открытый микрофон». Пятница, всегда, 12 июня. За бортом жара в Киеве. Итак, сегодня, как всегда, мы сделаем обзор. Возможно, будут торговые рекомендации по основным торговым инструментам. Также сделаем небольшой разбор битвы трейдеров, которые проходят у нас по понедельникам и средам. Я в среду давал достаточно интересные идеи. Напомню, кто желает обучиться данной стратегии, не ловить просто тренды, да, там евро все время шортить, или там американские индексы все время шортить, или нефть шортить, когда она растет, а понимать реально, когда рынок можно шортить, а когда нет, когда покупать, когда вне рынка и так далее. Да. То есть к вашему вниманию есть персональный наставник по обучению, это индивидуальный курс по стратегии модельный трейдинг. Будет ссылочка в комментариях и под видео. Здесь есть вся информация, программа расписана. Есть варианты, трехмесячный наставник, есть годовой наставник. После этого вы попадаете в закрытый клуб трейдеров. Все очень хорошо расписано. Итак, давайте вернемся к рынку. Начнем с анализа рынка нефти. Напомню, в среду я давал рекомендацию в шорт по данному активу. Причина, по которой я давал данную идею, я рассказывал, но напомню. У нас имеется сильный достаточно тренд. Последние там в сумме 2 месяца у нас идет рост. И нужно не просто там шортить данный тренд, потому что фундаментальный анализ показывает, там запасы по нефти такие, там кризис с этим вирусом, экономика плохая и так далее. Нужно просто смотреть на график. В данном сегменте, если вы помните, я на всех битвах давал только 2 рекомендации на шорт за последний месяц, и все остальное у меня были лонги. То есть вот здесь я советовал покупки. Дальше, при пробое вот данного хая, покупки, да, у меня все время покупки. 2 шорта я только давал, первый шорт вот этой точке, то есть он отработался локально, это контртренд, 300 пунктов, достаточно хорошо. И второй шорт, который я давал, это в среду, то есть в этом диапазоне. До того момента, как я давал рекомендации, еще была не сформирована полностью картина, да, она уже сформировалась до конца дня в среду, и именно в конце дня можно было более точно шортить по модели 2. Напомню, модель 2 там у нас имеет вот такое значение. Да? Контртренд модель или по тренду данная модель показывает. По данной модели я недавно проводил есть на YouTube канале информация 3 столпа прибыльного трейдера, вебинар, там была указана данная модель. То есть вы можете обучиться и сами принимать решения, не смотреть там обзоры аналитиков и так далее, а саму понимать, как работает рынок. И в принципе, неплохо нефть отработалась, ушли там около 300 пунктов, даже больше. И что мы на текущий момент имеем? Прошел заходной сильный импульс, и здесь нужно понаблюдать, что дальше будет с уровнем сопротивления в районе 37 долларов. Да? Если мы там в течение, я думаю, это уже будет сегодня, завтра, там вторник, если мы здесь будем показывать определенный паттерн в шорт, то, возможно, будем в дальнейшем рассматривать шортовые идеи. Да? Кто шортил, послушался по моим рекомендациям, я уже советовал в комментариях закрыть половину сделки, половину без убыток и, возможно, надеяться на более глубокую коррекцию по рынку, если она будет. Если не будет, то какую-то часть мы уже закрыли, заработали, а остальное будет по безубытку. Поэтому за нефтью наблюдаем. Если будет конкретная торговая рекомендация long или short, потому что сейчас только формируется что-то, да, есть заходной импульс и пока идет набор позиций. Я в понедельник, среду на битве скажу по нефти, как всегда. Бренд, в принципе, аналогично Light. Здесь ключевой уровень 40. За ним нужно наблюдать в ближайшее время. Ниже, все, что ниже данного уровня, если сформируется хороший паттерн, можно шортить. Дальше, по золоту. По золоту последние несколько дней я не давал рекомендации. Все рекомендации были
в прошлом месяце, а также в начале этого месяца. То есть вот рекомендации вот здесь были на хаю, в шорт. Вот, напомню, вот данная модель 2 аналогична, в шорт, контртренд, что было сейчас по нефти. То есть если вы хорошо изучили вебинар на данную модель, если желаете более подробно изучить не только модель 2, все модели, которые есть, их более 10, записывайтесь на персональный коучинг. На текущий момент что у нас есть? Я на этой неделе читал информацию по сантименту на рынке. Там было не по золоту, а по серебру. Там сантимент зашкаливает. То есть нам на максимумах покупатели. Да? Поэтому я думаю, что по золоту данные аналогичные. И что у нас на текущий момент? Если мы сегодня там, с понедельника удержим вот этот хай, то есть не будет его перекрытия, проторгуемся в этом диапазоне, то, в принципе, у нас я ожидаю снижение очень большое вниз по золоту. Даже можно сегодня рассматривать шорты с небольшим стопом, скажем, за вчерашний хай, не, точнее небольшим стопом, а небольшим объемом. Почему? Потому что еще до конца не сформировалась модель шорт, только она начинает формироваться. Плюс это контртренд, да, я не исключаю, что по золоту еще может быть перехай вот этого уровня 1765, но есть признаки, что формируется шорт-идея по золоту. Дальше, что интересного, S&P 500 сделал сильный импульс вниз. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем, ждем вот здесь коррекцию в данном импульсе. Да? То есть будет большая, я думаю, здесь коррекция какая-то, набор позиций. И если будут показывать точки входа, это возможно будет очень долго формироваться. Вот несколько дней до несколько, там, неделю-две возможно. И будем рассматривать возможен шорт. Нужно также, я бы сказал, понаблюдать вот за этим уровнем, минимумом, можно так назвать его, 2995 пунктов уровень. За ним тоже нужно наблюдать. Если его будут долго удерживать, то если не смогут закрыться никак, то можем хорошо дальше пойти на обновление максимума текущего месяца и исторического. Поэтому здесь будет вот такая комбинация, допустим, которую я жду. Какая-то коррекция, да, и потом движение вниз. Наблюдаем за этим уровнем поддержки. Если все-таки его будут удерживать ложно, то идем наверх. То есть нужно, чтобы после того, как здесь формируется шортовая модель, я это также буду говорить на битве трейдеров и в следующих обзорах, если будет точка входа в шорт, мы будем шортить, и желательно, чтобы оно, если будет падать, чтобы закрылось ниже 3000 пунктов. Это что касается S&P 500, Dow Jones. В принципе, аналогичная ситуация. Вот уровень поддержки хороший, 2500. И аналогично здесь ждем коррекцию. Она, я думаю, будет большая. Вот несколько дней до недели 2. Дальше, напомню, по индексу Dow Jones я говорил о ключевом уровне 2700. Вот уровень. Как видим, данный уровень был сделан сложный ложный пробой, вот закрытие позавчера ниже данного уровня и генерация шортов. То есть, кто обратил внимание на данный уровень, индекс Dow Jones мог заработать вот на этом падении. Индекс NASDAQ, здесь более красивая ситуация. Напомню, я его взял в оборот прошлую пятницу, говорил об уровне 9740 там, с копейками. Вот этот хай, который у нас был в феврале. Выше данного уровня, если закроемся, я говорил, покупаем. Ложный пробой шортим. То есть у нас было закрытие в прошлую пятницу. Вот у нас вот этот бар закрылся выше, зеркально. И мы улетели неплохо наверх 3 дня. То есть можно было заработать. На текущий момент цена зашла под уровень. Видим, мы его сегодня тестируем. Здесь аналогично. Ждем какие-то ложные пробои. В таком случае, если они будут, да, потому что сильное падение, здесь бы что-то подождать. Даже если выше уровня уйдет, это нам будет говорить о том, что шорт еще возможен. Да. То есть, я буду удержать вас в курсе по индексу S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, потому что здесь, я думаю, это все будет долго формироваться. Не исключая падение с текущих.
Потому что у нас есть уровень, от которого мы можем сегодня отбиться. Биткоин. Биткоин говорил, все, что ниже 10 тысяч, можно шортить. У нас, в принципе, здесь был неплохой уровень, хорошая модель. Проторговались, немножко повыносили ложно, но в рамках вот этого импульса нисходящего. То есть, и падение у нас, в принципе, отработано, то есть на 70%. Отработано, почему? Потому что этот уровень поддержки достаточно сильный. Я советовал часть сделки закрыть и часть, возможно, подержать без убытки с надеждой, что уровень 9300 будет пробит и мы улетим где-то в район там 9, 8500 и, возможно, ниже там 8 и так далее. Возможно, глобальный разворот будет, потому что у нас имеется еще вот такой тренд. Так, нет, вот так. Глобальный вот этот тренд, который у нас за последние 3 года, вот в таком ракурсе, то есть это хай 2017 года, хай 2019 года, и сейчас мы тестируем. Поэтому с данной точки не исключаю, что может быть сильное отбитие. Поэтому, кто шортил, по моим рекомендациям, в принципе, неплохо заработал. Дальше, вкратце могу сказать по индексу доллара, что здесь. Сломили вот этот нисходящий тренд, но для лонга пока нету сформированной позиции полностью. Да? Если мы здесь проторгуемся в таком ракурсе, хотя бы несколько дней, будем еще наблюдать, потому что тренд сильный, это может быть моделька и в шорт. Это нужно уже будет по структуре наблюдать. Поэтому здесь, в принципе, есть признаки разворота, но пока они не до конца сформированы по всем рынкам. То есть на рынке есть два этапа. Есть когда сформировалась модель, торговый паттерн, который готово, возможно, войти, да, как было в среду по биткоину, там, по нефти, они были там, на 90% сформированы. Ну, точнее, там даже не на 90, а где-то на 80, на 75, да. Потом доформировали до конца дня и потом падение, да. Сейчас здесь только идет какое-то зарождение, возможно, смена тренда. Только возможно. Поэтому, чтобы сказать конкретную рекомендацию, нужно ждать. И у вас есть такая возможность смотреть битву трейдеров, это понедельник, среда, и обзор, и там уже получать конкретные торговые рекомендации. Конечно, большинство у нас профитов, но есть и стопы, это как у каждого трейдера возможно. Дальше, что еще могу сказать? Ну, фунт. Фунт пошел на коррекцию. То есть сейчас аналогично у нас ничего нету. Просто падение. Что сейчас будет с текущих, то есть нужно наблюдать. У нас сильный тренд наверх, поэтому здесь пока не рынка по данному инструменту. Аналогично франк имеет пин-бар, контртренд, но это контртренд. Да? Аналогично доллар-франк похож практически другое формирование, как индекс доллара. Здесь тоже не исключаю какую-то коррекцию более глубокую, но желательно нам пройти уровень хай вчерашний, то есть это 94.0-94.60. То есть если мы его пройдем, здесь возможно генерация лонгов. Пока мы находимся в сильном даунтренде, поэтому здесь рискованно. Почему? Вроде бы есть как бы по доллар-франку лонговая ситуация рисуется. Не исключаю, что она может быть из текущих. Индекс доллара аналогично. И евро-доллар. Что нам евро-доллар показывает? Евро-доллар показывает, напомню, что по евро-доллару я последние 2 месяца вот в этом диапазоне советовал только покупать. На этом тренде я советовал только покупать. И в прошлую пятницу, кто смотрел обзор, кто нет, можете посмотреть, я сказал, по евро наблюдаем вот за этим уровнем. Если будет ложный пробой, будет какая-то коррекция по данному инструменту. Ложный пробой в прошлую пятницу произошел на часовиках, и движение вниз, там около 100 пунктов мы сходили. В среду говорил тоже о возможном шорте. То есть, да, заметьте, когда я перевернулся в шорт, когда рынок что-то показал. Хотя здесь очень-очень слабенькое. То есть какие-то идеи в шорт. Очень рисковые.
что возможно вот этих диапазонов, вот этого диапазона, который у нас есть, да, возможен шорт. В среду говорил, еще дополнительно после ложного пробоя он возможен. Два варианта, или с текущих, сделали ложный пробой и ушли вниз. Тоже коррекционно, то есть интрадей. Потому что здесь нету какого-то паттерна на более сильное движение. Тренд у нас достаточно сильный. Поэтому сейчас у нас евро-доллар находится на сильной поддержке. Там в районе 1.1280. Не исключаю, что мы сегодня можем хорошо сходить на вверх. Может быть, с перехаем. Поэтому точек входа в шорт я сейчас не вижу. Они были, скажем, там вчера, позавчера. Вот у нас есть вот часовичок, да, и у нас вот уровень, мы его здесь ложно удерживали, вот у нас ложный пробой, да, а вот у нас в пятницу ложный пробой, смотрите, ложный пробой, смотрите, часовик закрывается ниже вот этого уровня, этот уровень достаточно сильный, паранормальный бар, и мы от него уходим немножко вниз. Поэтому сейчас я бы советовал только покупки по данному активу, да? То есть вот эта граница, это граница покупок. Здесь нету красивых каких-то паттернов, но здесь скорее всего будет лонг. Будет он или с текущих, или еще какой-то вот такой вынос, и потом наверх. То есть это время покажет. Но пока здесь лонговая ситуация, вот на текущем моменте. Еще бы возможно понаблюдать вот за этим уровнем. Сопротивление локальное в районе 1.1230. Посмотрите, как за ним будут. Если его сегодня удержим, франк будет удерживать. Уже с понедельника поговорим более подробно. Итак, в принципе, все. То есть основные инструменты — золото, нефть, S&P, Dow, биткоин, индекс доллара, евро — я сказал. Пока идеи формируются. Ждем торговых рекомендаций на битве. Если они будут хорошие, я буду их давать. И буду говорить, эта рекомендация очень хорошая, это средненькая, потому что рынок не всегда дает хорошие рекомендации. Так как у меня ограниченное количество инструментов, это в районе там 10, да, этих точек входа немного. Итак, всем спасибо. С вами был Виталий Кухта. Будут вопросы, пишите в комментариях. Я уже по просьбе всех трудящихся сменил фон на белый. То есть я в прошлой битве делал опрос, какой фон сделать, белый или черный. Большинство, точнее 100% сказало за белый, я сделал. Скажите, какое качество будет графиков, лучше или, возможно, есть какие-то советы, как улучшить для того, чтобы в YouTube лучше было видно, возможно, цветы баров сменить, там, зеленый, красный на какой-то другой цвет и так далее. Возможно, палитра не белая, допустим, какая-то бежевая, есть вот такие моменты трейдер ставит. Все, до свидания, до скорых встреч.